Привет, дорогие зрители! Продолжаем проходить Days Gone. Итак, друзья, к сожалению, одну серию я записал плохо, потому что на ОБС... Так, уж на ОБС я забыл выключить микрофон. В общем, объясняю. Особо сюжетно важного вы, благо, ничего не пропустили. В общем, я съездил к Копланду, мы... занялись охотой на оленей. Потом я взял работу у Такера, нашел одну девушку. Это так, сайд-квест. Потом что? Да, потом мне позвонил Бухарь, вызвал по рации, сказал, что надо поохотиться на оленей. На мясо заканчивается в лагере, поэтому надо поохотиться. В общем, я купил вот этот новый автомат у Такера. Как он там называется? ВС. Ну или это, скорее, типа АУГа, как бы. В общем, неважно. То на этом, наверное, все. А, ну еще я здесь перебил мелкую орду. Там она где-то внизу проживает, дальше. Смог ее перебить, потому что здесь были олени, я как раз не охотился, они мне мешали. В общем, на этом все. А, ничего ужасного. Так что, чиним байк. И что у нас дальше? А, все, вернуться к Буху. Все. Мясо же надо положить. Поехали. Замечательная погода, хоть дождей нет. Самое то, чтобы кататься. Так, если сократить. Так, ну машина была, ну ладно. Пригодится. Здорово. Привет, Бухарь. По утрам вроде холоднее стало. Да не, не заметил. Так, время от времени Бухарь будет изготавливать для вас припасы. Просто как он связан с вами по рации, ага. Дайте забыл, он сам где-то... В начале прохождения сказал, что я там что-то смастерил, приходи. Я так и забыл. Так, ну чё? И уже мясо? Эй, Бухарь, я принес мясо. На какое-то время хватит. А, Дик, спасибо. Ну, сейчас я не голоден, я засолю на потом. Мясо кончается 65%. Отлично. Видок у него пошив, уже глаза красные. Он потеет. Блин. Они меня не отпускают. Со слизой. Ну ладно, поехали. Так. Надо заправить. Бензин. Вот так. Ну вот, порядок. Ой, поскорее бы у Компланда первый левел прокачать доверие, чтобы новый бензобак купить.
Ну, с этим, конечно, тоже неплохо. Но все равно тратится быстро. Ну, я сам принимал решение, когда думал, кому отдавать лекарства. Зато теперь с вооружением хорошим. Да, друзья, извините еще, кстати, за то, что так долго серии не было. Просто, как вы помните, восстанавливался от болезни, хотя я проболел-то давно. Вот так. Постараюсь выпускать почаще. Не затягивать особо. А то YouTube этого не любит. А кто стреляет? Там на холме лагерь, походу. Так, ведь... А. Ага, а где он? Ладно. А, это бандит, которого я убил. Неважно. Опа. Лежать. Ну, наконец-то. Бум. Сейчас я тебя вытащу. Тебе здесь не выжить. Я знаю лагерь. Там безопасно. Так, Копланд. Peaceful Lake. Марк Коупленд, там безопасно. Спасибо. Спасибо. Я думал, что... Скажи, это был Дикон, они поймут. Держись подальше от дорог и беги. Отлично, еще плюс доверие. Но там еще много. Надо уши фриков копить. И продавать чисто Копланду. Так, все, едем дальше. Бензина точно хватит. Черт, снайпер! Стоять! Где? Так, засадный лагерь. А где снайпер? Вот там, что ли, должен? А? Кого? Вот сейчас сяду на байк и по-любому появится.
Нет? Да ладно. Так, ну-ка минутку. Так, давайте-ка тут лагерь зачистим по пути раз. Чтоб безопаснее было. Лагерь упокоителей. Вот гниды. Чё, все не рядом? Ладно, пайка ставим здесь. Мачете. Волки. Снайпер есть. Так, забываем про капканы. Капканы по-любому есть. Главное аккуратно. Надо зачистить лагерь. Жалкие воры и убийцы. Никто не должен уйти. Прощай, сволочь. Сколько вас тут еще? Не рычи. Танцовываешь, конечно. Как ты меня услышал-то? А ну-ка тихо. Так, там три. Четыре, пять. Костра 6. Так. Ага. Раз, два, три, четыре. А еще 11-6. Ладно, сначала посмотрим, как они ходят. Тот уходит туда. Ты ушел прекрасно. Этот пусть идет сюда. А когда вас бьют, нравится? Ладно, чтоб труп не увидели. Так. Снайпер придется по-другому снимать. Пусть там сидит.
Так, это идет сюда. О, глушитель еще нормально держится, нормально. Так. Да хватит нам занюхиваться, сюда иди. Зараза. Куда бежишь-то, сволота? Вот падла. Им все равно? Подожди, то есть как в прошлый раз? Не-не-не-не. Как в прошлый раз, то есть чел выстрелил, а всем насрать было? Да? Да, всем пофиг, всем пофиг. Ну и ладно. Бойтесь восстания. Покойся с миром. Ага. Так, проблема. Тут трое. Кто это? Да никто. Покойся с миром, козел. Так, что у нас тут? О, боеприпасы. Ништяк. Люк у нас здесь. Ну все, быстренько убиваем снайпера и идем открывать бункер. Сейчас залезем повыше. Потерянные!
кажется, все. Теперь на дорогах будет поспокойнее. Не намного, но все-таки. Это да. А нет ли у них тут бункера? Наверняка ведь есть. Есть, есть, мы его уже нашли. Теперь главное вскрыть. Так, бункер, бункер, бункер. А вот и люк. Спускаемся. Да, все засрали. Не, я в такой клоак, я спать не буду. О, карта. Они тут все подробно разметили. Да, получено достижение, добро пожаловать на вечеринку. Засадный лагерь Black Crater. Так. О-хо-хо-хо! Топоры сбиты. А создать можно? Нет. Видимо, надо другую биту искать. Ладно. Все, теперь поехали в лагерь. Удивительно, что Копланд свою рацию не включил снова. А то после каждого освобождения и захвата лагеря, это радио «Свободный Орегон» заколебал. Давай лучше включи, сейчас я тебя готов слушать. Поехали. Опять упокоителя. Здорово, ребятки. Есть. Вот идиоты вдвоем напали все. Помочь. Как торговля байками, Зенни? Ну, как дела? Они меня не отпускают. А зачем тебе уходить? Здесь безопасно. Тут тяжело. Ясно. Ясно.
блин. Они меня не отпускают. Просто самый топовый квест. Приезжаешь 1.5 километра с хреном в Hot Springs, смотришь минутную кат-сцену с диалогом типа «Что случилось? Меня не отпускают. Тут безопасно. Тут тяжело. Ясно? Все». Ай, господи, мое почтение. Ну, хоть за очку навыков спасибо. Ради этого я сюда ехал. Так. Давайте перезарядку. На ходу. Так, окей, все. Теперь класс навыка 4 доступен. Все. Так. Блин, это еще не то все. Ладно, ускорение перезарядки. Перезарядка стрелкового оружия больше не расходует концентрацию. Повышение точности стрельбы. Ладно, будем дальше качать стрелковое. Ну и что мне теперь делать? Обратно ехать? Так, надо глушитель купить. Опа. Неплохо, Элкай. Я не знал, что он художник. Портрет Соломеи. Привет, Дикон. Привет, Элкай. Вот, держи. Эта штука тебе пригодится. Тебе еще что-нибудь нужно? Еще что-нибудь? Да, ладно, я буду здесь. До скорого, Дик. Чао. Ну, тогда едем из лагеря. Чем могу помочь? Как дела, Зенни? Ну, ладно. Поехали. Пока. Чао. Погоди, я открою. Дик, на связи? Я смастерил для тебя пару вещиц. Заскочишь? Бухарь, спасибо тебе. Я заеду. Если не забуду. Ну, чего теперь-то делать? Ничего. Давай покатаемся, что ли. Опа. О, господи. Ой. Ну-ка. Да, байк я поломал. Но, господи, кто так не делал? Именно здесь. Не пропадать же мясу.
Блин, мне почему-то кажется, что Бакс... Дик, слава вот. Богу, ты должен его догнать, они уходят. Кого догнать, Такер, по порядку? Роуча, Роуча, ты его знаешь, он был с Леоном и Альварес, но я ему доверяла. Да уж, Такер, не надо было. Да, он забрал остатки лекарств и ушел на север. Мои парни потеряли его где-то в районе Мэрион Форкс. Ладно, попробую его выследить. Ага. Остатки лекарств. Ой, как идеально, как раз по пути. Ну, поехали. Олень на дороге. Пару лет назад это была бы плохая идея. Да и сейчас плохая. Так кто там мне все пишет? Бензина мало. Канистра, канистра. Ладно, остальные сожгу потом, когда вернусь. Да, Дик, господи, мы здесь все сожгли, о каких-то гнездах ты говоришь. Потом сожгу. Что? Вопрос. Что ты сожжешь? Блин, да проще до заправки Блин, не та клавиша, не та клавиша. То, что надо. Готово. Стой, да стой, господи. Это здесь. Ладно, посмотрим. Вот ты где. Такер, я его нашел. Похоже, он, видимо, ждал кого-то. Дик, не дай ему уйти. Так, он да-да-да. Он нужен мне живым. Чего? Охренеть! Живым? Мы обнаружили, что еще кое-что пропало. Пусть расскажет, где заныкал. Черт, ладно, я постараюсь. Эй, Роуч, куда это ты собрался? Я ведь еще здесь, паскуда! Ладно, раз по-хорошему не хочешь. А? Тебя Такер поговорить послала? Да если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже труп. А, брешешь. Я знаю, что ты сделал с Леоном и Альварес. Альварес не я убил. Как тебе, скотина? У него еще и помощник есть. Ну что, Роуч, как твои дела? Видишь, я же сказал, что не убью тебя. О, Дик, нет,
Нет, нет, я ничего не сделал. Такер считает иначе. Я так понимаю, Леон и Альварес смылись из лагеря с препаратами, а с тобой поделиться забыли? Нет, Дик, нет, нет. Нет, нет, нет. Объясни мне логику. Я хочу понять, ты решил забрать все, что осталось, пока старуха не видит? О, Дик, у меня при себе ничего нет. Обыщи меня. Не, это не моя работа. Пусть этим займется Элкай. Гаденыш. Такер, он у меня. Дик! Отметь координаты, не бросай, и пусть Элкай здесь вышлет людей. Я знаю, что ты сделал с Леоном. Слышишь, Дик? Ну, пожалуйста. Он жив? Препараты при нем? Дик, пожалей меня. Да, да, жив пока. Но если хотите живым его и застать, пусть Элкай поторопится. Конец связи. Бухарь, ты меня слышишь? Да, Дик. Тупой вопрос. Ты не знаешь, где взять громовое яйцо? Зачем оно тебе? Да девчонку-то хочу хоть чем-то порадовать. Она такие раньше вроде собирала. Ну, глянь в сувенирной лавке у Белнат Крейтер или в Мэриан Форкс. Ага, ладно, спасибо. Собственно, новое задание я тут принес. Найти громовое яйцо в здании туристического центра. Ладно. Вот так. Ну вот, порядок. О, здесь, походу, стоя живет орда. Чё-то я, кажется, туда заехал. Ох, ё. Класс. В итоге, блин, решил сократить путь, наколесил еще больше. Молодец. Сувенирная лавка должна тут где-то быть. Одно. Ну, теперь обратно в лагерь.
Все нормально. Открываем. Все, добрались. Тихо. Зенни. Надеюсь, она хоть сколько-то обрадуется. Блин, конечно, капец, за третьего доверия нужно 25 тысяч. Офигеть. Еще 18 700 надо где-то добыть. Да. Никогда еще так больно не было. Все, что-то все вы рвание ходите, блин. А надежды добыть не можете. Лиза, я... Уходи. Я тут принес. Красиво. Можно мне с тобой? Мне нужно в Мэрион Форкс. Слушай, я не могу. Слишком опасно. Все, мне пора. Нас тут рано поднимают на работу. Полка сорняков. Узнать от Сары, как собирать лаванду. А, флешбэк. Понятно. Зачем ей Мэрион Форкс? У нее с психикой точно не в порядке, она нифига не соображает. Ну ладно, теперь 1,5 километра. Больше 1,5 километра обратно. Придется. Эй, как дела? Как торговля байками, Зенни? Дай-ка я на него посмотрю. Все, поехали. Ну, пока. Погоди. Так. Быстрее, наверное, будет тут. Фиг его знает. Ну ладно, поедем так. Дик, слышишь? Ты девочка камень-то отвез? Да, у нее теперь впечатление на весь день, если не год. Это конец связи. Поинтересовался. Интересно, я вот беру у Такера работу, но... А будет ли когда-то копнута-то какая-то работенка? А то что-то... У Такера уже, наверное, 3 задания выполнил. А у него нифига. Вообще по нулям. Может, в скором времени даст. Кто знает. Загляни в Peaceful Lake, как сможешь. Копленд, я понял. Отбой. Пожалуйста, вот и работа. Стоило сказать. Стоило только сказать. Ладно, нам по пути. Так, только байк заправим.
Все, поехали. Тебе получше? Коб говорит, ты много помогаешь в лагере. Нужно что-то. Он оценит, кстати, молчи. Привет, Мэнни. Дик, слушай, у меня есть кое-что интересное для тебя. А это вряд ли, Коб, я занят. Тебе не интересен лагерь упокоителей? Прямо здесь, в каскадах. Упокоители здесь? Где? Я знал, что ты заинтересуешься. Слышал, вы с Бухарем на них неудачно нарвались. Кстати, а чего Бухаря-то не видать? Где Коуп? У Separation Meadow. Первая их флаг засекла. Ты ведь ее знаешь, да? Была на вылазке и увидела их лагерь. Не волнуйся, я ими займусь. Ладно, упокоители объявились. Письма из Коупленд. Дейкон. Как поживаешь? Так. Эй, Дик. Мэнни. Жог максимально. Все максимум. Кофры недоступны, к сожалению, а жаль. Рама. Зэки все зовут, оказывается, есть, ну давай раму. Это хорошо послужит. Все. Пока. За работу. Поехали. Так, где этот лагерь? Здесь. 1600 доверен. Плохо так, ладно, да. Так, так, а хотя, стоп, быстрое сохранение. Так, друзья, давайте-ка здесь мы прервемся, потому что серия и так уже подзатянулась. А продолжим мы с вами уже в следующей части, где поедем разбираться сначала с лагерем упокоителей, а потом поедем к Бухарю. На этом у меня все, надеюсь, что вам понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Скоро увидимся. Пока.